Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале. И сегодня мы поговорим о субботнем стриме по Eurotrack Simulator Multiplayer. Для того, чтобы участвовать в субботнем стриме, вам необходимо будет окрасить фуру в определенный цвет, который я вам сейчас покажу. Для этого нужно приехать на станцию техобслуживания, выбрать покраска и выбираем следующий, значит, рисунок. Данный рисунок доступен на 14 уровне. Если вдруг у вас этот уровень еще не открыт, у вас есть возможность прокачаться, да, пока есть время до стрима, до этого уровня, или же покрасить любую другую раскраску, да, которой у вас есть доступ, но обязательно при этом, чтобы присутствовал только два цвета, это синий и белый. Один цвет у нас получается белый, да, чисто белый. Второй цвет у нас идет синие полоски, и третий цвет у нас тоже будет синим цветом. Замечу, что все цвета, что белый, что синий, они яркие, ярко насыщенные цвета. Чтобы они не были у вас темными цветами, да, чтобы это все смотрелось, ну, скажем так, красиво. Вот. Ну, в принципе, вот таким вот образом у нас будет выглядеть наш конвой, наша фура и ваша фура в частности, да. Дальше, давайте поговорим о том, куда мы поедем, да, и на чем мы, соответственно, поедем с вами, какой маршрут у нас будет. В принципе, я долго думал над тем, какой маршрут выбрать, да, и выбрал я следующий, значит, маршрут. Стартует наш конвой с города Штутгарт, это Германия, да, и проходит он до города Лодзь. Это город, ну, в центр Польши, да, скажем так. И, соответственно, вы, ну, должны взять какой-нибудь груз, да, в ту сторону. Вот, он не обязательно должен быть именно со Штутгарда, да, но, по крайней мере, чтобы, ну, конечный маршрут был, конечная точка, это Лодзь. Вот, также вы можете, в принципе, ехать и, ну, не разгружаясь, да, чтобы она не была конечной точкой маршрута, просто чтобы у вас был прицеплен какой-то груз, потому что, как вы могли уже заметить в предыдущем стриме, да, что, ну, головастики, ну, не очень хорошо смотрятся в конвое, когда идет конвой, да, и головастики между ними там крутятся. Вот, поэтому, как бы, прошу учесть все данные просьбы, и все, в принципе. Встретимся на стриме. Всем пока!